Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Ford Ranger 2007 года выпуска, турбодизель 2.5, коробка механическая, пробег на автомобиле 187 тысяч километров. На этом автомобиле мы заменим передние шаровые опоры вверх и низ. Поднимаем автомобиль, снимаем оба колеса и добираемся уже до опор. Здесь торсионы. Посмотрим, надо будет нам их ослаблять, не надо. Если придется ослабить, потом нам надо будет их уже и вывесить. Нормально, чтобы автомобиль стоял у нас ровненько. Поднимаем. Пока ослабляем все крепления. Здесь грязь почищу. Головка на 12. С этой стороны у нас кронштейн крепления проводки. Его тоже откручиваем. Снимаем шплинт. Немножко резьбу почистим и побрызгаем. Также откручиваем гайку привода. Головка здесь на 36. Металлической отверткой фиксируем тормозной диск. И срываем гайку. Теперь снимаем шплинт на нижней шаровой. Также маленько собьем грязь. И попрыскаем на болтики. Ослабляем нижнюю гайку. Внизу гайка на 23. Родная.
ослабляем болты крепления шаровой. Болты здесь на 14. Одна гайка на 15. А теперь поддавливаем нижний рычаг с гидравлической стойкой. Так, ну что, теперь можно попробовать привод. Хорошо, привод у нас шевельнулся. Долбить его не придется. Выдергиваем болты шаровой. Так вот, молотком я упер суппорт, отодвинул, привод выдернул немного, и получается, что сейчас можно уже отбить шаровую. Сейчас несколько хлестких ударов. Все, шаровую снял, берем новую. Новую шаровую будем использовать фирмы CTR CBMZ-43. Такая вот шаровая. Гайка уже без плинта. Берем, устанавливаем. Резьбу я помажу.
под болты здесь место, где у нас ставятся приварены квадратики металлические. Болты с квадратной шляпкой упираются в эти квадратики, чтобы не прокручивались. Место это почистим. Заводим. Так, шлицевую приводи я тоже смажу. Ну а теперь мы устанавливаем болты на место и затягиваем шарлы. Болты я тоже мажу. Наживляем. Все, шару я затянул, теперь центральную гайку. Закручиваем гайку привода, также фиксируем ее снизу теперь отверткой. Все. Вот таким образом. Нижнюю шаровую мы заменили. Теперь меняем верхнюю. Я уже ее ослабил, только нижнюю гайку ослабляю. Гайка на 17.
Все, у нас гайка ослаблена. Сейчас берем сюда, несколько раз бьем. Все, шаровая у нас отошла. А теперь откручиваем верхних три болта. Берем новую шаровую опору CBMZ-20 и три болтика новых идет. Мажу резьбу. И также палец мажу тоже. Монтажка. Также спашу резьбу под кронштейн. И затягиваем центральную гайку. Теперь она на 19. Все, отпускаем гидростойку. И
Идем на вторую сторону, аналогичным образом меняем со второй стороны. Здесь получается и верхнюю, и нижнюю шаровую мы установили новые. Со второй стороны я тоже заменил и верхнюю, и нижнюю шаровую. На этом все. Замену шаровых мы закончили. Всего вам доброго!